вид спорта контактный, но уважение на площадке превыше всего. На базе второй спортивной школы Барнаула собрались представители иностранных граждан, национально-культурных объединений стран Африки, Республики Того, Анголы, Армении, Таджикистана и многих других. К слову, этих ребят всех вместе собирает уже третий раз. Здесь встречается несколько национальных диаспор культурных, иностранных граждан. Нестандартная обстановка, общение. Ну, спорт объединяет, все-таки спорт – норма жизни, объединяет всех. Сдруживает, молодежь дружит, общается, ну, приятно, веселая, теплая обстановка. По регламенту все традиционно. 8 команд разделены на 2 группы, а после футболисты сыграют стыковые матчи. Этот турнир еще раз доказывает, что футбол – игра миллионов. Даже в такой небольшой стране, как Того, игра в мяч на первом месте. И не всегда важен результат. Я люблю футбол и спорт люблю, поэтому, когда появляются вот такие возможности, я участвую. Слушай, ну ты классно с мячом работаешь, ты где-то занимался? Ну да, с детства, когда я еще был маленьким, играл с друзьями на улице, и вот сейчас получается играю неплохо вроде. Я считаю, это интересная задумка, турнир хороший, ну, почаще надо проводить такие спортивные мероприятия, это, ну, хорошо влияет на молодое поколение, на подрастающее. Ну, задачи какие-то есть или чисто поиграть приехали? Да, чтобы просто поиграть, провести время. Многие участники надеются, что такой турнир станет традиционным и будет проводиться ежегодно. К слову, эти команды уже играли в честь Дня Победы, а сегодняшний турнир приурочили ко Дню Народного Единства. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.